Всем привет, привет подписчикам канала, привет тем, кто случайно зашел на огонек. Еду с рыбалки, время 7:30. Темень. Поздороваться надо. Когда ехал сюда, не записывал ничего. Я такой суеверный стал вообще. Думаю, запишешь, опять нечего будет показывать. Так что вот, после рыбалки вот уже еду. Хотел с ночевой остаться, чтобы завтра еще половить уже, завтра воскресенье. А потом подумал, ну куда уже сколько этой рыбы. Во, свеженькая есть, если надо будет еще приеду. А на эти выходные было у меня как бы два путя. Эдик, спасибо большое, что позвал на Иртыш на рыбалку. Но не смог я по делам с тобой уехать в пятницу. Наташа, спасибо большое, что позвала тоже на рыбалку. Думал, проснусь и к вам поеду. Но тут захожу, значит, в контакт к себе на почту. Андрей пишет: был на рыбалке с другом, поймали по ведру ротана. Ну и вот у меня образовался третий путь, как говорится. Раз начал ротан клевать, то я решил на ротана-то и съездить. Потому что за все лето я поймал всего два ротана в прилове карасю. Больше никуда не ездил. Вот нет у нас в области ротана, куда-то пропал. Как бы такая надежда была, что может к осени он. И вот действительно на этом озере летом я был, ничего я не поймал. Пришлось переехать еще на 50 километров дальше от города и половить карася. А тут ротан. Ну как вот бросить этого рыбеху-то? Воды очень мало на озере. Но деревенские ловят. Посмотрел, думаю, елки-палки, как замечательно. Значит, Андрюша правду сказал, то есть ловится. Ну и я расчехлился и начал ловить рыбу. На что и как, вот посмотрите в этом ролике. Ролик сделаю. Вы смотрите, а я вот сейчас вот на трассу буду выезжать. По проселочной еду. Чтоб не отвлекаться уже, так записал. Поздоровался с вами. Всем спасибо, кто под роликом про палатку и раскладушку оставляет комментарии. Все, уже как бы так это много подсказок, много от того, что это самое. Я даже не думал. Вот. Но дело с этой палаткой и раскладушкой, ну как бы надо выехать, присмотреться, еще раз примериться и потом уже ее там это кромсать, не кромсать, резать, не резать. Короче говоря, надо выехать с ней на природу. Ну только не на рыбалку, потому что на рыбалке вот хотел еще кое-что там поснимать, рассказать про это самое. Но ловил и некогда было. Да и сейчас вот много уже болтаю. Не знаю, блин, какой говорун я такой. А, Дима, ага, звонит. Сейчас. Ну все, пока-пока, отключаюсь. С ротанчика отрезал спинку. Насадил на крючок, на такой, на большой. Ну, живцов таких нету, не поймаешь. Ну, кусок мяса. Сейчас под камышек заброшу. Глубина здесь такая, схватится. Пусть стоит. А сам пошел на боковой кивок. Ловить. Ой, уже что ли? Ну вот тебе здрасте. Я с расчетом на крупного ротана, чтоб такой на полкило и больше попался. Насадил спинку. Ох, бля, вот это звереныш.
Так. Ну что? Ну, больше 20 сантиметров. Больше 20 сантиметров. Так, это у меня тут тряпочка была. Сейчас подальше заброшу. Пусть несет. Может, там что есть. Вот туда. Но навряд ли. Навряд ли. Все равно он это. Засадник он. Он прячется. В камышах вот. А там чистая. Если только там есть где-то так локально трава, и он стоит там. Но на Чистине навряд ли что будет. Ну, посмотрим сейчас. Просто эксперимент. Иди сюда, мой сахарный. Включена камера была. Ой, тут. Иди сюда. Сейчас. Подожди-ка. Поправим. Типа мы эти. Рыбка. Так, и чуть-чуть я глубину сделаю поменьше. Чуть-чуть. На сантиметр. Опа. На сантиметр. А если вот сюда вот? Будет здесь, не мой здесь. Да, здесь его много. Здесь его много. Здесь он просто стоит. Кучка его. Раз и там поклевки сразу. То его здесь. Ну давай. Небольшой. Небольшой. Ну ладно. Обычный наш размер, но толстенький, приятно. Приятно. Да, сюда надо с боковушки прийти. Замерла. Андатор. Вон она. Отлично. Сколько поймал вот на эту нарезку, еще и не менял, наверное, надо поменять, пока светло, потом на потемках менять, там может уже и хватит. Не туда забросил, куда хотел. Сейчас. О, иди сюда. Палочка, палочка, иди сюда. Давай, 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 давай. Ну, чё ты? Так. Вот сюда я хотел. Вот сюда, да. Большой кусок такой. Сало с мясом. Даже не прокалывается.
крючок-то острый. Ладно. Посмотрим, что будет. Тишина. О, андатер плывет. Эу, эу. Не боится. Перезапрошу. Пузатик уже в ночи. Поменьше взял он кусок салата. Он большой кусок, он его не дает засечься. Ну что, когда крупный-то выйдет на охоту? Поплавок уже практически не вижу, надо светлячок вставлять. Если на потемках вот так рыбачить. По камышам какие-то мыши лазят. Поплавок уже не снимаю, потому что вообще его не видно. Я его еле-еле вижу. Ну вот такие вот ловятся еще до сих пор. Время 7 часов. Потемки. Не знаю, что и делать. Остаться до утра. Или домой уже ехать. До дома часа полтора. И я буду дома. Не знаю, что делать. В принципе-то поймал хорошо. На 2-3, больше. Сковородки на 4 хватит. Нажарить. Ну, не знаю, что делать. Сейчас посижу, подумаю еще, до утра оставаться или... Утром, конечно, клев будет лучше, больше, но а куда их девать? Так, ну-ка, мыши, кыш отсюда, блин. Сейчас нападут сзади, гурьбой. Сейчас андатра проплывала. Не стал снимать, потому что, ну, как бы темно. Проплывает андатра. Секунд через 15 вторая плывет. Думаю, ничего себе, как зря не снимал. Именно секунд через 15-20 третий андатра плывет. Думаю, да елки-палки, наверное, домой плывут. А так бы было красиво. А одна плывет, вторая, третья. Короче, не снял. Ну вот зато рассказал. 3 штуки подряд. Справа налево. Друг за дружкой. Так. Эту водичку выльем. Ну, не знаю, будет видно, не будет видно, сколько их тут. Короче, вот, не знаю, можно посчитать, может. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Этого выкинем. Поживет 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Тоже хороший. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вот 23. 23 штуки. 23 штуки. Ну, на жареху хватит и все. Че их это? А вот этот... Который, этого, может, съедят птички, которому я вырезал это самое. Кишку. И потом еще хребетик. На живца сделано. Ну все, не это самое, не хочу я оставаться на ночь. Хватит, половил, хватит. Надо будет еще приеду. Вот. Может, с Томой приеду сюда, может, еще с кем-нибудь. Все, завожусь и домой поехал. Все, пока-пока. Вот так помашу, чтобы видно было. Пока-пока, всем до новых встреч, чем не хвастанешь. И пока-пока. Лебедей здесь много, очень много лебедей. Летом приезжал, наверное, ну просто 1000 было. И сейчас вот курлычат. Вот, где-то там вот, на плесах.
А когда приезжал летом, ничего не поймал, ротан не клевал. То прям белым-бело было все, столько лебедей здесь было. Ну все, пока-пока.